Всем привет, с вами канал Артмания. Иду я третий раз на магнит. Такие ветер, короче, сильный. Такие вот заносы. Идем мы всей семьей. Снимает она. Привет, помаши ручкой. Всей семьей идем, заодно идем в магнит. Ой, господи. Да, сначала на магнит я пойду, потом в педиатр. Потом пойдем к педиатру. Дима, как раз идти к педиатру. Уходим сейчас раз в 3 месяца. Вот прошло 3 месяца после того раза, как мы были. И вот сразу 2 в 1. Потому что с утра я не ходила на магнит, я хотела пойти с утра, но я просто не встала. Чисто на автомате я выключила будильник. 5 раз, наверное. И снова. Потом проснулась, там сильный снег был, вихри такие, ничего не захотелось. Вот, а сейчас решили 2 дела совместить в 1 день. Вот у нас идет снег. На улице очень тепло. Очень хорошо. Но ветер такой сильный. Поэтому Дима закрыл я его от ветра, а то дышать тяжело. Наверное, чувствуете. Кто там? Кто там живет в домике? Кто там? Иду опять той же дороге, где вам вчера снимала. Хорошо, хоть сегодня не так скользко и можно идти, а то в этом году у меня очень скользкие они стали. И идти невозможно. Прям подскальзываюсь. Вот тот дом виднеется, который долгостроем был 5 лет назад. Его начали строить, когда я беременна была. Проедешь тут? А какие там еще остались гаражи. Сосульки. Елка, кстати, очень пахнет елкой у нас в подъезде, в этом лифте. Здесь вот идя, я каждый раз подскальзываюсь. Еще как назло люди идут. Мешает очень. Идешь? Иди, Маша. Хорошо. Ну вот, уже потемнело немножечко. Вышел я от магнита. Ну, электрофорез. Почти одинаково. Сейчас должна Женька подойти. Так вот вообще стало красиво. Уже вечер, ближе к 6 часам время. Все бегут с работы домой. Очень красиво на улице. А вон Женька. Ой! Женька первый пришел. А я думала, прогуляюсь. Стоит. Теперь мы идем к педиатру. Заборчик 90-х годов. Слушай, а он весь блестит, смотри. Жень, он блестит весь. Это внутри снег, наверное. Да? Смотри, как блестит. Красный особенно. Синий у меня рябит как-то. А зеленый еще тоже блестит. Здесь флажки. Хоть что-то осталось в память о 90-х, 80-х годах. Вон они, смотри, такие были, Жень. Треугольнички всякие, кружочки. У Гагарина сыр остался. Помнишь вход-то на входе?
Тоже он, я помню, сколько себя он всегда был. И там тоже. Ой, как красиво тут. Смотри, то здание горит, Жень, как фонарями. Жень, то здание белое, видишь? Оно с этой стороны, от елочки, хорошо смотрится очень. А здесь такие елочки красивые. Здесь у нас Цумсамара. Красота здесь у нас. Здесь куча магазинчиков маленьких. Шашлык 63. Кстати, мне сегодня солнце не сколько я шашлык ем. Хотя нет, у меня к утру снится. К утру не считается. Это, наверное, хотел перед бедиетой. Я так срать хочу. Шанский, как сливать, давай. Какие елочки красивые. Надо же, природа создала такую красоту. Ай, спит. Вечно ты нос трогаешь, когда я тебя снимаю. А там он елочки, а у них в ямочке они в такой стоят. Женя, а почему елочки в ямочке стоят? Да, вот не стоит. Снег, потому что не падает под нее. Не задувает туда. Мимо продувает, наверное. Ой, самостоятельный Дима стал. Самостоятельный, да? Ой. Убегает. Куда ты убегаешь? Куда ты бежишь, Дима? Куда ты убегаешь? Дима самостоятельный? Дима взрослый, да? Пойдем обратно. Обратно пойдем, а то там дорога уже. Обратно. Давай, самостоятельно. Давай, сам, да? Давай. Ой, какой большой Дима. Дима самостоятельный. Да. Сам бежит, сам. Ой, упадешь сейчас. Давай. Кто там Лука? Тебе Лука не дали, да? Кто там ходит еще, скажи? Ой. Ты сам встанешь, давай ты сам давай. Будешь вставать. Давай сам, Дима. Вставай. Давай. Ну. Ой, господи. Ой. Стоишь? Все, не падай только. Тут такой холодный. Давай, прям рядом с какашкой. Дима, не надо ее трогать. Не надо, тебе обязательно наступить на нее, да? Все. Интересная какашка была. Ну все, сходили мы к педиатру. Все хорошо у нас. Вес, с ростом. Все в порядке. Прививок пока нет никаких. Будут, наверное, там в апреле какие-то. Все хорошо, слава богу. Здесь у нас Сбербанк. Завалы. Женька.
Хороший у нас очень педиатр попался. Ее находила по отзывам. Очень хорошая.